Скоро Навруз, и на Навруз у нас принято одевать атлас. Я бы тоже хотела себе платье из атласа сшить. Я хотела чисто таджикский атлас купить хороший, но не было. И сегодня весь рынок обошла и не нашла наш таджикский атлас. Везде тут только китайские атласы, и вот только узбекский есть. И из всех материалов мне только вот эта расцветка понравилась. Тут узоры понежнее, и это новинка. Я выбрала этот атлас.